Ну, я считаю, что для России как-то на то, как жить в России, это абсолютно никак не повлияет на жизнь в нашей стране. На жизнь в нашей стране могут повлиять конкретные решения нашего президента. Есть ли под этим какие-то интриги? Мне кажется, что есть. Но это интриги не российские, а интриги американские. Возможно. Ну как интриги? Не назовешь даже интригами. Мне кажется, это даже больше такой привет не России Владимира Путина, а привет американскому президенту Бараку Обаме. Поскольку, ну, если вдруг внимательно посмотреть на то, что там происходит, и особенно то, что происходило в этот конкретный момент, когда Forbes выпускал свой рейтинг влиятельности, там идут довольно серьезные и непростые обсуждения реформы здравоохранения. И не так все гладко получается у президента, не так хорошо получается реализовать эту штуку, не так хорошо получается объяснить жителям Соединенных Штатов Америки, зачем это нужно и так далее, и так далее. И мне кажется, именно в этом было, то, что Барак Обама уже не первый. То есть Барак Обама уже не первый, не то, что Путин вдруг его обогнал за счет чего-то другого. Это мое частное мнение, не знаю, правильное оно или нет.